Привет всем, дорогие зрители! Сейчас я вам покажу, как сделать забор из колючей проволоки, электрическую ловушку и электрический забор. Итак, для забора с колючей проволокой нам понадобится, собственно, две опорки и три колючих проволоки. Колючую проволоку мы получаем из обычной проволоки, из двух обычных проволок мы получаем одну колючую проволоку. Итак, мы получили забор с колючей проволокой. Отлично! Теперь для того, чтобы получить электрическую ловушку, нам понадобится три проволоки и две металлолома. И у нас получается электрическая ловушка. Скрафтили. И теперь для того, чтобы скрафтить электрический забор, нам нужно взять один обычный забор с колючей проволокой и добавить металлолом. И у нас получается электрический забор. Что ж, давайте установим и посмотрим, как это работает. Но для того, чтобы это работало, должен стоять обязательно генератор. Итак, давайте поставим. Ну, проволоку мы давайте поставим где-то здесь. Вот так. И теперь давайте установим ловушку. Ну, давайте где-то здесь. Вот так. Все, теперь давайте включим генератор. Вот, все заработало. Работает это очень хорошо и бьет очень сильно. Можете поверить. И сейчас я продемонстрирую это именно на зомби. Итак, вот я веду за собой зомби. Сейчас быстренько обойду и вот стану здесь. И вот так это работает. Таким способом вы сможете защитить свой дом, защитить свой урожай. Ну что ж, на этом видеоурок заканчиваю. В следующий раз я вам расскажу, как сделать гранату и самодельный глушитель. Пока!